дня мы изучали теоретические моменты, как провести мониторинг, принципы, основные моменты, этапы. Вот 4 дня у нас были уже практические занятия, и мы провели опрос с директором закрытых учреждений, персоналом и самих людей, которые живут там. Мы дали возможность сами изучить, как идет процесс мониторинга. Мы уже опыт проведения мониторинга в детских учреждениях, но здесь я еще ознакомилась с процессом мониторинга в психиатрических учреждениях.